Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На остров любви приехала Катя Жужа с дочерью Николь. Она проведет на Сейшелах 1,5 месяца, будет вести лобные тет-а-теты и записывать новости Дома-2. Зрители хвалят Катю, она не бросила дочь, как некоторые. Мама Марины Африкантовой поделилась приятной новостью. Ее дочь исполнила свою мечту и купила машину, черную Audi. Ольга Бузова снимает новый клип. Она старается, чтобы не разочаровать своих поклонников. Сейчас Ольга отправилась на гастроли в Ингушетию. Она спит всего по 2 часа. Саша Черно уверена, что на проекте есть дружба. Она сдружилась с Лизой Триандафилиди и готова доверить ей все, что угодно. «Человек тебя всегда поймет и поддержит», – пишет Черно. «Только вот в любви ей не везет, парни, где же вы? Смотрите, какая красотка». Лилия Читрару готовится к 3-й пластической операции. Она планирует удалить шрамы с лица от укусов собаки. В детстве ее сильно покусала собака, пришлось зашивать лицо, и до сих пор остались шрамы от клыков. В недавнем эфире Читрару потеряла всякий стыд и на всю страну показала свою новую грудь. Когда Майя Донцова ставила ей компресс, Лилия оголила свою грудь и даже не потрудилась прикрыться от камер. Никита Кузнецов и Дарина Маркина экстренно вернулись в Москву. У Дарины диагностировали двойной перелом. Сначала ходили слухи, что девушка неудачно упала в нетрезвом виде во время празднования своего дня рождения. Но Дарина опровергла эти слухи. Она подвернула ногу, прогуливаясь с Никитой по скользким камням. И она была в абсолютно трезвом состоянии. Валерий Блеменкранц задумывается, на кого же будет похожа их дочка с Татой Абрамсон. Несколько дней назад он интересовался, почему в отличие от Марины Тристановны, которая является обладателем огромного носа, у Таты носик маленький и аккуратный. Тогда у самой Абрамсон не нашлось, что ответить на вопрос супруга. Дело в том, что нос Таты – результат работы пластического хирурга. И на снимках Дори на пластике ее нос не уступает материнскому. Так что именно такая внешность мамы и может достаться малышке. Вика Романец рассказала о своем разочаровании. Кролик Сеня, которого недавно приобрели Вика и Антон, оказался девочкой. Катя Гужвинская публикует первые фотографии после недавней ринопластики. В паре Лизы Полыгаловой и Вани Барзикова после ухода с проекта наконец-то воцарились долгожданные мир и гармония. Об этом можно судить о снимках, которые они публикуют постоянно. Но вызывает опасения внешний вид Лизы. Она с головой окунулась в спорт и буквально тает на глазах. Егор Халявин старается изо всех сил, чтобы стать куклой Кеном. На последних снимках его не узнать, но почти все замечают, что он стал излишне женственен и что он перегибает палку в погоне за красотой. Илья Ебаров дал бесплатный концерт в городе Волоколамске. Он благодарит зрителей за теплый прием. Вика Боня хвастается очередными шикарными букетами от поклонника. Кто он, пока неизвестно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.